Всем привет! С вами Юля, и сегодня я хочу показать вам наборы Ланарте в наличии и мои наборы. Ну, в принципе, мои наборы, я тоже считаю их в наличии, потому что кому, если нужно, я их могу продать, потому что я себе все равно их дозакажу. То, что имеется в доступе у фирмы Ланарте. Вот. И хочу начать я с двух наборчиков, которые, в общем-то, такие старенькие, но они еще есть в наличии. Кстати, вот этот набор, я его вышивала. Очень классный дизайн, шикарный. Это дизайн Вервака. У них тоже очень большая серия у Вервака. Но не все наборы мне нравятся у Вервака, потому что там в основном детская серия, много сепии. Но есть и вот такие вот замечательные наборы, которые, в общем-то, не оставляют, наверное, никого равнодушными. Это «Птицы счастья», я их называю, и «Клетка». Здесь много цветов, очень легкая воздушная работа. Размер работы 23 на 29 сантиметров. Называется «Яркие птицы». Вышивается на аиде, но всегда можно заменить и на равномерочку. Я вышивала на льне. Вот такие красивые ниточки. Схема, в общем-то, доступна. В общем, прекрасный, замечательный набор. Есть в наличии. Обращайтесь. Дальше. Вот такой набор. Это, в принципе, мой. Потому что я вообще люблю Ланарте старой упаковки. И таких наборов у них очень мало. Это старенькие наборчики. Вот, я посмотрела, что он еще есть в наличии, пока есть в доступе, поэтому могу отдать. Показываю вот такие красивые цветы. Я думала, что это розы, но нет. Это пионы. На черной аиде вышивается этот дизайн. Очень красивый, очень хочу его начать тоже. Ну, может быть, по весне, как повезет. Вот такой красивый дизайн. Размер работы 46 на 37. Большая будет работа. Большая, красивая работа. Так, я, наверное, буду быстренько-быстренько показывать, потому что их много. Конечно, вы что-то видели, но просили показать, что в наличии, поэтому я показываю. Пикник. Это, в принципе, тоже из моих, но могу отдать. Размер работы 32 на 37 сантиметров. Все эти дизайны есть в доступе вот из этой серии. Их можно заказать, если вам нужно под заказ. Так, девчонка. Вот такая красивая девчонка. Наверное, будет сложным дизайн, потому что здесь очень-очень много цветов. Ну, никогда не знаешь, как будет построена схема. Мне очень нравится этот дизайн. Красивый, яркий. Размер работы 31 на 26. Вот такая замечательная девчонка. Дальше идет венок. Вот этот венок, он, мне кажется, в отшиве будет очень-очень красивым. Обложки у Ланарте, знаете, не очень. Как-то они немножко, знаете, вот не очень хорошая печать, не так четко все это видно. Все-таки бумажечка здесь такая простая, напечатанная, приклеенная. Вот в отшиве, мне кажется, это будет очень классный дизайн. И, конечно же, я тоже хочу вышивать, все хочу вышивать. Размер 50 на 35. Будет большая, шикарная работа, вот если кто-то решится. Так, дальше. Вот такая девушка с собакой. Ну, здесь совсем такая обложечка блеклая, плохо видно, но... Вы знаете, эти дизайны в отшиве, они никого не оставляют равнодушными. 39 на 49 сантиметров итоговый дизайн. Дальше серия девчонки. Это перевыпуск. Я на них долго заглядывала, даже схему себе скачала. Но когда они вышли в наборе, конечно же, лучше вышивать в наборе. Все это понимают. Намного это приятнее сделать себе праздник. Размер 47 на 35. Вот такие красивые девчонки. Шикарные. Дальше. Вот этот набор просто мечта. Он у меня есть в старой упаковке. Я его покупала еще до
сотрудничество с Ланарте, и все мечтаю его начать, и, знаете, как-то не получается. Ну, наверное, весной я себе сделаю какой-то месяц стартов, опять поначинаю, ну, потому что невозможно удержаться. Я на него так долго смотрю, уже несколько лет, и все мечтаю начать, нужно взять и начать. Гортензии и анемоны, и, конечно же, шляпка придает романтики. Чудесный дизайн, размер 44 на 34 сантиметра. Пожалуйста, девочки. Дальше, следующий у нас идет очень такой, знаете, тяжеленький набор. Это редко заказывают такие наборы. Это у нас Нидерланды, была еще Бельгия, но ее уже сняли с производства, и, скорее всего, это тоже уже скоро снимут с производства, может быть, допродадут остатки, и все. Я взяла на тот случай, что может кому-то прям вот будет нужно. Здесь очень много деталей. Конечно же, обложка совсем ни о чем. Это нужно смотреть в отшиве. Не знаю, есть отшивы. Ну, скорее всего, есть отшивы. Много здесь всего интересного. Так что, девочки, кто любитель вот таких дизайнов, обращайтесь. Пока есть, могу отдать. Один единственный. Размер 66 на 69 сантиметров. Ну, будет шикарная работа, сами понимаете. Дальше тоже моя любовь и мечта. Очень хочу вышить эту корзину. Здесь такие красивые цветы, детали, яички, гнездышки. Я вот такое все люблю. Птички, жучки, бабочки. Все красиво. Здесь у нас размер 39 на 32 сантиметра. Ну, он такой легкий по сравнению, конечно, с картой. Сразу ощущается разница. И в пару вот такая корзинка синяя. Здесь у нас груши, яблоки, воробьи, ну, конечно же, всякие бабочки. Ну, я вот это все люблю. Мне это очень нравится. Мне кажется, это бестселлер. Вот эти две корзинки 39 на 29 сантиметров здесь размер. Я их много привозила. Вот и, наверное, еще буду привозить. Так, это из моего личного, но, опять же, могу отдать. Африканка. Мне кажется, это классика. Очень красивый дизайн. Вышивали, вышивают и будут вышивать. Мне кажется, лет 20, как есть этот дизайн, и он пользуется спросом и популярностью. Смотрите, какие здесь краски. Ну, когда в отшиве смотришь, конечно, что говорить. Там вообще все это сногсшибательно. 39 на 49 сантиметров размер. Кстати, вот и Будда есть в серии. Я буду делать скоро заказ и тоже его привезу. Себе хочу его обязательно и Будду. В отшиве тоже классно смотрится. Дальше. Вот такая вот африканка. Здесь изюминка, это платок. Синий вот этот платок. Очень-очень интересная здесь проработка у этого платка. Девушка красивая. Достойная работа. Здесь вышивается на аиде черного каунта. Размер 32 на 48 сантиметров. Вот, пожалуйста. Такая красивая девушка. Дальше. Ну, конечно же, пара африканская, восточная пара, которая в свое время просто взорвала YouTube. Девочки, когда увидели, много тоже заказывали, я много их привезла. Вот, ну, осталось у меня их парочку. Один себе и один на продажу, как говорится. Много здесь деталей. Здесь тонированная основа идет. Ниток много. Размер 49 на 45 сантиметров. Но здесь много ниток. Знаете, вот по весу берешь, когда такие наборы большие, сразу понимаешь, что работа будет такая, знаете, серьезная. Так, немножко я разгружу стол, потому что наборов много. И нам нужно место. И мы с вами продолжим. Как видите, немного осталось. Коробки просто объемные. Здесь в основном мое, все мое. Ну и чуть-чуть, конечно же, в наличии. Вот такой вот сэмплер чайный. Интересный сэмплер. Здесь каждая деталька очень интересно будет вышиваться. Размер работы 39 на 29 сантиметров и вышивается на линде. Здесь равномерочка, все хорошо, поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Дальше букет роз.
Ну, розы, сами понимаете, цветок вечный, цветок королевский. И в любом варианте смотрятся шикарно. Так, размер 49 на 39 вышивается на льне. Да, здесь вот лен, пожалуйста. Дальше, это из моего, пару калам покупала. Ну, пока он лежит закрытый, могу продать, себе, конечно же, привезу. Это орхидеи. Мне кажется, один из старейших дизайнов Ланарты, но это такая классика, фальшивые девочки. Но какие же они красивые, просто невероятно, невероятная красота. Размер 50 на 60 сантиметров, во-первых, большой, да, в оформлении это будет очень красиво. И вот они калы. Я хочу вышить их в паре, конечно же, в паре оформить. Вот, поэтому такая красота. Вот видите, колонка, перевыпуск. Колонки все продались, даже себе ничего не осталось. Буду скоро заказывать, если нужно, обращайтесь. Потому что дело такое. Дальше тачка. Тачку я вышиваю. Открыла набор в прошлом году. Вот. И с этого года то, что я привозила, вот один наборчик остался. Пожалуйста, тоже, если кому-то нужно. Размер 43 на 37 сантиметров. Вот. Идем дальше. Ну, конечно же, это Simpler. 4 сезона, как же без него? Мне кажется, его уже, ну, все купили. Если кто-то еще не купил, вот, пожалуйста, есть возможность. Здесь очень интересная рамка. Она отображает все 4 сезона. Ну и, конечно же, вот эти детали. Их можно вышивать не только здесь в сэмплере, а просто где-то отдельно и делать какие-то прикладные вещи, что-то украшать. Вот каждый отдельный элемент, он сам по себе, ну, завершенный. Да? Можно вышивать вот крокусы, вот эту птицу с щеткой, бабочки. Смотрите, вот тут ягодки какие красивые, как сделано. Вот какая-то улитка поползла, тут пшеничка. Ну, в общем, чудесный. Все его знаете. Еще раз показала. Пожалуйста. Из новинок 2022 года вот эти цветы. Конечно же, я тоже себе их оставила. Я сейчас вышиваю лягушек, квартет, прудик. И вот в пару пойдут вот эти цветы. Ну, здесь вот он, лотос вроде бы как. Конечно, и на пион похож, ну и на лотос. Скорее всего, пион, да, вот же пион, вот пион. Ну, в общем, цветовая гамма очень замечательная. Дальше еще один покажу. А, кстати, это большой набор, не сказала. 32 на 48, но здесь очень много ниток. Он такой, знаете, увесистый. Вот этот чуть-чуть полегче. Это пионы. Посмотрите, какая красота. И здесь у нас основа лен с напечатанным фоном. Вот здесь неудачно так показано, что не видно этого фона напечатанный, но он там есть, он очень красивый. Размер работы 41 на 26 сантиметров. Вы смотрите, тоже какой красивый букетик. Какая красота. Это все есть в наличии, девочки. Вот это тоже все есть в наличии. Не в наличии, простите, под заказ. На сайте у производителя есть, но под заказ. Так, снимаю на работе, немножко прервалась, продолжаем дальше. Вот такой дизайн, очень тоже интересный. Это такой вот какой-то горшок цветочный, да, здесь у нас землянички и вот эти какие-то птички. Ну, не воробушки, но какие-то птички. Тоже красивый дизайн. Вышивается, кстати, он на ленде, простите, размер 30 на 33 сантиметра. Вот такая красота. Дальше вот такой набор Анютины глазки. Я тоже вот на него любуюсь, никак не могу, знаете, найти возможность его тоже начать. Ну, очень хочу начать этот дизайн. Это из вот моих прям любимых, очень яркий, красивый. У нас здесь размер 23 на 30 сантиметров, вышивается на моей любимой Линде. Что еще можно пожелать, да? И вот смотрите, здесь тоже какие красивые букеты. По-моему, вот этого нет в продаже. Вот этот, по-моему, есть. И вот этот, по-моему, есть. Но нужно смотреть. Бывает, что есть на сайте, но нет в наличии. В смысле, нет в производстве. Так, дальше осталось чуть-чуть.
Так, ну опять же, это один из бестселлеров. Это мой набор. Все, что было в паре, я продавала. Вот остался мой. Если хотите, тоже могу отдать себе, привезу. Здесь очень интересные детали, так как и в 4 сезона. Много деталей. Опять же, Маржелин Бастин, ее садовая тема, которая, ну, нравится очень-очень многим. Интересно здесь сделано, видите, садовые инструменты в рамочке вставлены, цветочки всякие весенние, тачки, лавочки, курочки, яички. Такая красота. Размерчик у нас здесь 69 на 49. Будет очень красивый дизайн. Здесь также есть напечатанный немножко фон у основы для придания, так сказать, шарма. Ниток много, набор большой. И вот то, что также есть в наличии. Вот эти птички есть очень красивые. Вот эти цветочки. А вот такое сердечко сейчас тоже буду привозить. Вот это все есть. Ну, в общем, вот много. Много-много всего. Я думаю, что мало кто знаком полностью со всей коллекцией Ланарте. Многие думают, что многое снято с производства. На самом деле нет. Просто ну, не вся линейка представлена. Вот птички. Остались у меня вот эти маленькие, большие распродались. А маленькие почему-то ждут. Ну, наверное, дожидаются, пока больших вышьют, потом будут маленькие вышиваться. Ну, коробочка маленькая, но дизайн, он полноценный. Он 24 на 29 сантиметров. Ниток там тоже много. Ну, немного нет, он легкий. Простой должен быть дизайн. Вот такая красота. И также покажу вам, что есть. Вот такие птички есть в наличии. Вот эта чашка есть в наличии. Так. Это у нас вервака. Вот этот дизайн хочу начать к Новому году. Он такой, знаете, интересненький. Здесь основа Аида Рустик. Ниточки. Видите, такие красивые, даже есть металлик. И там есть рамочки полностью, три штучки, чтобы вышить и сделать вот такой дизайн. Я думаю, что к Новому году, к Рождеству будет очень здорово вышивать вот небольшие три дизайна, как бы создавать себе настроение. Это у нас вервака. Видите, вот у вервака есть такие наборы, которые мало известны, но они очень-очень здоровские. Дальше. Есть у меня вот такие птички. Остался один набор. Вышивала недавно. Если кому нужно, тоже пожалуйста. Те, кто не вышил птичек. Дальше. Дальше идет триптих. Ну, покажу вам два. Один у меня дома, потому что. Вот. Это у нас магнолии. Я вот недавно закончила вот этот большой цветок. Их всего три в серии, чтобы был триптих. И они мне все очень нравятся. Нежные, красивые, вместе оформленные. Будут выглядеть потрясающе. Они, кстати, недорогие. Вышиваются очень легко. Поэтому... Вот, если хотите, можно все три сразу и забрать. Такая красота. Дальше. Ну, все. И best of the best, как говорится. Самые-самые продаваемые, самые-самые всеми любимые. Это ирисы и анемоны. Вот такая красота. Если кто-то еще не приобрел ирисы, пожалуйста. Особенность этой работы в том, что здесь есть напечатанный фон. Поэтому создается такой 3D-эффект. Очень здорово, очень красиво. И вот такой вот анимончик. Здесь тоже этот 3D-эффект. Вышивается немного. Кстати, нужно взять его тоже вышить быстренько. Сказала я сама себе. Вот, ну, будем надеяться. Вот такие вот наборчики. Доставка международная. Оставлю цены на видео под, в инфобоксе. Можете заходить смотреть. Ну, они будут актуальны на какой-то промежуток времени, потому что цены меняются. Если кто-то предпочитает покупать на сайте, оставлю также ссылку. Но учитывайте, что